Не выходит что-то. Ку всем, короче. Уже начинаем. Привет, там Дуэй. Так, опять через... Я, короче, приседаем. Долго это... Передышка, начинаем опять играть. Вау, класс. У нас там дела были, мы сочинения писали. Там писали, короче, «Войну и мир». Да, за который я получил два. Когда Богдан будет тебя встречать. Короче, на F, да. А здесь же, здесь же Богдан, да, ты от него будешь бегать, и как понять? Контрол, наверное, да? Если интересно, чё? Видишь, да? У Бог. Эти Бог. Реально, пацан, ну, жопа такая прикольная, такая сексуальная. Меня там не видно, чё? Я в туннеле же сижу. Ой, хер, значит, он ко мне повернулся. Ку, пацан, я решил глаза сдвиг, смещает. Но тут я завтра толстяна. Чё ты думаешь, Саня, крутая? Какой знай такой? Ха, ты чё, он такой ваш? Куда? Чё мне? Какая у меня вообще миссия есть? Нажми на тап. Вроде там. Назад еще посмотри. Может, он с тобой бежит. Или... Не, он бы это заорал. Ты это видишь, да? Заорал. Он когда видит, он сразу он просто идет. Сейчас здесь мой, сори. Он здесь дверь такая. Чё мне надо вообще? Может, это тебе надо делать? Сейчас, короче, надо тебе... Ещё прячься, а тут тебе лучше. Ты, кстати, чё там, как там миссии смотреть? Спустить воду, открыв две заслонки, одну открыли. О, одну открыли, да. Сейчас звук прибавим чуть-чуть. Ты слышишь, да? Не хочешь наушники? Да, кстати, да, ты же сюда наушник прибавил. А то это будет слышно. Ой, F8. Норм? Все, да, норм. Блин, нет! Куба, сам? Чё, как сам? Беги! Чёрт, вставай, он не встаёт. Куда? Спущение, беги. Ну чё, как сам? Смотри, сейчас она крутая, да? Ну ладно, пофиг. Да. Сейчас надо найти. Наконец-то вышли, видишь? Ждал, 20 лет там. Когда вы знаете. Типа потерял, что ли, меня? Может, пока что все выйдем с этой стороны? Короче, я буду его. Короче, пойдем. В ту сторону, куда он идет, надо туда пойти. Потому что он в ту сторону ходил. Там заслонка была. Отсюда я пришел уже. Черт, он нашел меня. Черт! Надо, короче, сейчас кружок сделать, побегать. Черт, куда бежать? Черт. Черт, вообще тупо вышло. Че он обратно так? Ты только один ящик оббегал и все. Может, он на месте стоял, ты просто бегал, подождал, пока ты... Короче, мы сейчас... Он вот здесь появится потом. Он вообще качок, да? Ты сам не можешь убрать это. Так, короче. Ты камеру-то не играй, просто свет играй. Камеру-то играешь. Чёрт, он за мной бежит опять.
Да прыгай, эй, я застрял! О, он тебя видал? Нет? Куда, куда, куда? Чё? А ты открыл, ты, получается, здесь еще заслон не делал. Да он по-любому сейчас сюда придет. Да? Ничего не сделал, видишь, мигает. Нет, не открывай. Ну, молот вообще, да? И нет, я вообще такая дилка. Там кто-то в РК что-то сказал. Грели? Да. Тогда надо посмотреть, кто там. Ну, Марбас. Знаем, как сейчас, короче. Блин, надеюсь, видео нам не часть не разделится. Ты в какой шкафчик? Во второй вроде, нет? В левый надо, в левый. А он сейчас сюда придет, да, я тебя отвечаю. Мне пиздец. О, нет, ну... Запечь, не издевайся, черт. Вставай. Куда бежать? Прямо в дырочку. Ух, успели. Чао, да, пойдем. Да? Сейчас когда остановится? Ладно, пока можно бежать. Куда бежать-то? Куда, куда, куда? Так тихо стало, даже этот звук пришел. Здесь вообще не были, да, никуда? Там может быть другой монстряк. Че это плавает? Типа кока-кола. А это Пепси. Пепси. Он идет. Здесь можно пройти, да? Черт, мне что-то страшно. О, дальше. Че, думаете открыть, да? Бля, что за хуйня была? Смотри, куда спрячешь. Это вторая уже, да? Да, вторая. А куда рели спрятать? За эту хуйню, что ли? За туда запрыгнуть можно, нет? Нет. Ну, вроде так-то тихо, его нет, по-моему. А куда эта дверь открыть? Чёрт, нет, нет. Ключ. Тебе туда вообще полезть, да? Куда? Туда, откуда ты пришел полезть. Думаешь? Ну, а что ты думаешь? Куда идти-то? Да. Сюда что? Это... Вот сюда, да? Тихо, тихо. Звуки, звуки. Он где-то здесь. Ну, бля, ты чё? Ушёл. Куда мне идти-то сейчас? По лестнице на нижний уровень. Откуда ты пришёл? Помнишь там лестницу? Там же вода была. А, воду спустил. Я-то не отсюда пришел вообще. Приду оттуда, откуда пришел. Да? Бля.
туда, да? Туда? Ладно, пусть придет, уйдет. Ты иди сюда уже. Звуки у тебя там. Ты лучше присядет, не поползет. Че, побежим, да? Давай, Гоша, на счет три, давай, говори. Куда? Туда, да? Черт, не могу посмотреть, куда я ползу. Ты узнаешь? Черт. Здесь так стыдно. Трупа понял. Бля, вообще тут темно, надо батарейку поманить. Трупа красиво. Черт. Еще сейчас надо найти. Не спустился, да? Что делать? Ты правильно идешь? Не знаю я. А что было дальше? Там наверху башка чья-то вылезла, лучше назад спустись, нет? Ну, а куда тебе вообще идти? Не знаю, короче, я внизу полазил. Ты там был? Там, короче, дальше есть еще вход. Нет, тут нельзя, только туда, значит, все, пипец, я умру. Придется идти к этому чугу-кану, который на меня смотрел. Смотри, что может опять появится башка. Смотри, сейчас может башка появится и меня утащит в любом. Найдите выход из канализации. Видели, нет? Нет. Так кто-то на меня фонарик не светил. Это вот самое важное. Там кто-то поет. Самое важное. Там кто-то поет. И куда он делся? О!
I can tell we're the same. You still know what's real. The doctor's dead, you know that, right? Dr. Barricade died before he even started working here. What kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? That's the question. Страшный пацан. Где он может больше не быть? Короче, приходится походу себя отпускаться. Да, идет сохранение, значит будет пиздец. Не, дайте. Куда идти? Чё там написано? Короче, слева мужик, справа не мужик. Куда мужик? Слева. Мейл мужик. Я же мужик, да? Чё? Вдаль, да? Попался. Всегда с камерой ходил. Чёрт. Почему свет заканчивается? Что это было? Тихо. Здесь она, по-моему. Бля, я чего-то боюсь, короче, точнее, мой персонаж. Да? Тихо. Бля, куда ползти? Налево, мужик, да? Налево ползём. Бля, здесь открыто. Мог, блядь, куда-то выпрыгнуть. Что делать, пацаны? Да куда идти? Вперед, назад, налево, налево, налево уже. Что пацан так производит? Ну а Кай опять не мужик. Бля, тут опять мост сломан. Куда мне идти? Тут везде сломаны мосты. А в воде я передвигаюсь со скоростью твоя. Чё за хуйня? Пацаны, давай подсказывайте мне. Идем, вдоль стены, короче, идем. Да? Интересно,
так быстро будут кончаться, давай быстрее паузу. Так, музыка нарастает, сейчас будет меньше. Мне кажется, это здесь лестница, да? Черт, она сломана. Может быть. Куда они ползти, блин? Чё за хуйня? Я весь круг вот так сделал вокруг этой хуйни. Походу где-то посередине просто. Давай подсказывайте, если что. Вы же про задрейты на ней. Короче, ползёмтесь вперед. Ну там какая-то у меня была. Ну бля, он уже здесь. Какого хуя? Я еще не могу запрыгнуть, да вы че серьезно? Бля, куда ползти, пацаны, давай подсказывайте. Интересно. Бля, куда ползти, черт? Походу сюда надо прыгать, да? А вот я запрыгнул. Черт! О, я запрыгнул. Черт, где я? А, я понял, это круг. Не нахуя. Ну что, побегать? Это дом. Нифига, я сначала мне не сыграл. Вот чё-то, как-то нашёл. Так, он не спустился за мной. Дай, да? Да, да. Надо. Ебать. Она, так, это.
страшный, вообще страшный. Типа кого-то там режут и кому-то пальцы отрубают. Надо стать. Давай послушаем. Идет хранк уже. А что было бы, если бы я пошел, интересно, не мужик? Че вы думаете здесь? Батарейка. Доберитесь до нижнего этажа мужского отделения. Где батарейка? Не, скоро в аборт отделение. О, думаете ползти? О, там город назад. На скорости, тебе бы потом попрыгать, ты бы двигаешь. Дождёшь? Подожди. Что? Чёрт. Чё, вылезай, да? Чёрт, ну чё ты, верь вот этого? Ну дай мне. А, это я так топаю, блядь. Я идиот. Ну, пацан, чё ты делаешь? Давай, смеешь, у него руки отпаненные. Давай пока перезалетим батарейку. Уп, с богом. Опа! Что, думали, сказку попали, да? А? Чё? Чё тут есть? Блин, мне надо тогда до нижнего этажа, где я наверх ползу. Тихо, тихо. Что-то валяется. Как-то напрыгнул. А, чёрт. Кто-то дверь ломает. Думаете, открыть надо, да? Есть окно, туда можно пойти, слушай, бля, иди уже. Вот это можно? Не-не, там стоит. Че, открывай, да? Кто это топал там? Кто тут что-то катается? Сейчас бегаем в ту сторону. Нет, закрыто, блядь. Бля, ну опять только одна дырка остается. О, не люблю я такие места, вот, где вот эти хвосты не висят. Слишком жив, слишком жив. Это он говорит, да? О, смотрите. На-ка. Чайте. А вот что-то горячее. Я что-то неверно сделал. Бля, и куда мне идти? Слишком. И за этим тоже звук слушать. Где звук?
Для каждой пустыни монстр есть. Черт, они типа не знают, типа они встают. Что мне делать-то, я не понимаю? Вот какая-то папка. Как там? Читает Джей, да? Джей? Да. Вот. Тоже не выжил, 1000 извинений, я старался. Но я же доктор, они что-то творят, и только вот еще. Вальридер. Малыш Билли. Это толстяк, наверное, да? Где Билли? А Билли... Человек не может жить без своих почек каждый день, чтобы маленькие жили в учись. Еще что-то произойдет. Хотя... Нет. Идите, да, чё с моим лицом? Ему нравится, бля. Бля, чё делать мне? Куда идти? А вот оно что! Че думаете, мне пиздец, да? Так, ты перепрыгнуть надо, я здесь уже был или нет? Черт. Черт, мужик. Он живой. Там кто-то пришел, в чем? Что делать сейчас, я не знаю. Короче, залезаем снова туда же. Черт, иди в жопу. Что делать? О, да. Что делать? Надо было перепрыгнуть, я так знал, что не надо было спускаться. Если смогу перепрыгнуть, конечно, сейчас. Сейчас попробуем. Куда бежать, я не понял. Можно вот туда перепрыгнуть, нет? Нельзя. Вот, нет. Черт. А, братья, прыгай! Убегаем туда, откуда пришли. Чё, не самые крутые, да? Хуя вам. Чё делать? Как я должен сейчас туда проползти, я не понимаю, как все эти девушки. Чёрт, он меня через стену ловит. Попрыгнем на месте. Может, это метлами 20 лет. Вот это метлами.
черт. Я сейчас вылезти не успею. Сейчас что-нибудь придумаем. Короче, проползем. Мы же успеем, да? Мы же про пацаны, да? Да? Ну ладно. Как говорится. С Богом! Черт! Черт! Черт, все это тупик, короче, мы просрали. Пройти, придурок. И дальше. А вот это толкать можно было. Нет, она закрыта. Ну сейчас, прощайте. Может еще где-то. Может, ты можешь просто так, чтобы не говорить. Они же открываются. Я у него в комнате появился. Вот, открылся прикол. Надо прятаться. Куда? Куда? Вот еще выше. Куда? Шкафчик. Шкафчика нет, зверь. О, прикол? Прибежал, блядь. Короче, это полный пиздец. Куда, блядь? Чё за хуйня? Куда мне идти, я не понимаю. Сейчас, короче, сразу надо действовать. Запомнили, да, куда идти? Опять не открывается. Вот это вот. Блядь, давай ты. Толкай. Да? Закройся, мне надо идти, нет? Ладно, пока закроем. Ладно, идем. Да давай уже. Бля, не сзади. Короче, бежим вот туда, да? Я не слышу.
Вот же было. Куда, куда? Вот. Это означает, что я не побежал? Надеюсь, убежал, потому что не люблю ее. Еще... Есть еще одна, чё? Чёрт, они здесь! Эй, чёрт, куда? Да. Куда? Это, короче, по истории. Эй. Ты же доктор, наверное? Нет. А ты же парень, Bullshit. Что был прямо освещенный. Как он тебя называет? Видать, встал. Давай, так, ну, просто попал. Это тот, который, помнишь, еще подошел ко мне? Барри? Этот Симон? Да. Я имею в виду мартини ланч? Да. Я имею в виду это случайный доктор, а ты тебе не кажется. Окей, here we go, arms and legs inside the car at all times. Да, я и сам могу пошататься. Да нет, еще You know, I love the mountain air up here at night. You want to head out? Yeah, take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Go on, run free! I'm in no hurry. No? All right. Those are the grindstones. I like that. Okay then, right this way. Куда ты меня везешь, Питер? Лифт? О, лифт, прикольно. Да, это какая-то накачанная спина, все под ее, да? Элеватор, что-то там написано. Здесь что написано? Что-то там написано. Да нет. И куда мне идти? Точнее, ехать куда мне? Убей меня, убей. О, зверь. Смотри. You're putting that phone to any use anyway. Truth be told, I was just tired of looking my own stand. Here we are then. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. We'll just need a second to wash up and go movies. And it'll give us a chance to talk. Сука, сука. Бля. Нет, ну не надо, я хотел просто... You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. Martin. I know, I hope you haven't been letting him confuse you with all this... Holier than thou, Bible thumping. Oh, смотрите. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. It's understandable when people get scared. There's like the turn of God as anything else. And God died with the gold standard. We're on to a more concrete faith. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder is the simplest form, but what happens when all money is gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. To make you believe. You paying attention? Don't pass out on me. There's so much for you to absorb. Чёрт, у меня руки режут, пальцы печеные. Пальцы отрезаны. Земляны, нет? Земляны уже нет. This thing is gonna sell itself.
Ебать. Нахуя он это сделал? Бля, лучше бы посидела. Важно. Чтобы дальше пойти? Да. Фу. О, сразу камера тянется. И куда мне сейчас? Куда он пропал с ним? Ну, вниз посмотри на свою руку. Видишь? Подойди, меня кто-то зовет. I'm not a patient. Вот это. I'm an executive, just like him. Like Trigger, the other chain, and he's still alive. Should have returned to his nightmares. He worked too well. They can control it. And you can't control it. Nobody. Nobody. Nobody! If I do, he'll kill you. He's coming now. Trigger! 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 Куда, куда, куда? Чёрт, он туда побежал. Куда? Да нажимай. Нужен ключ, и давай чё? Вот туда, что ли, наверх? Там что-то слишком много крови, по-моему. Да, это плохо. Может, перепрыгнуть смогу? Бля, мне нужен ключ. Слушай, у меня все еще та же миссия. А что, деревья откуда? Нет, я оттуда и пришел. Бля, у меня пальца нет, ебать, смотри. Хорошо. Пальца нет. А здесь я без земля. А то я спрятался то. That's who I am. Yeah, I should have got it here.
Ладно, короче, вылезаем. Я же не страшный. Я не страшный. Хочу фонтан, то он не дает. Чё, чё делаем-то? Бля. Там же статус. Оттуда и пошел, да? Да. Да, я уже не знаю. Сейчас мы не... Виталий. Он корчится от боли. Его больно, не пальцы отрезали. Полка вот тут обосрался. Мари! Бля, куда бежи, не летай? Бля, куда бежать? Бля, где я? Чёрт побери! Когда выходишь, камеру убираешь и слепые дверь. Так, это я где? Короче. Так, это я вот здесь. Я отсюда и пришел, в принципе. Мне нужен ключ от лифта по-любому. Чёрт, он здесь. Вот видишь, да? Видишь, да? Видишь, да? Видишь, да? Назад. Хочу. Да. Ага. Короче, типа идет туннель, здесь как бы две такие большие комнаты. Я здесь не был, сейчас надо здесь посмотреть. О, сюда можно зайти. Ты же не так отдыхаешь. Да. А ты бегать не можешь? Бля, откуда он меня нашел? Черт. Иди в жопу, педер. Мод.
Короче, пойдем туда. Короче, я попробую в какую сторону забыть. Да закрой ты дверь, придурок. Сейчас пойду быстренько толкну. Пока он дверь ломать будет. Куда сейчас? Кабинка спрятаться, нет? Бежать, ёкарный бабай. Туда, вот туда, прыгай, прыгай, малой. Я куда-то зашел, пацаки, слушайте. Какой-то туннель. Я от этого баклажана убежал и... Чёрт, и где я? Чёрт, ладно. Аббитория? Блин, если это место стрелится. О, какая-то... Аптечка. Да какая нахрен аптечка? Открываем, постоим. Какой там кнопку? Вот. Ну, читай. Аптечка. Прощение о переводе. Это третье прошение о переводе, которое я направляю после того, как мы получил ответ на протяжении двух месяцев. Я больше не хочу работать, да. Мама, спасибо. Я был санитаром всю свою жизнь, но никогда не сталкивался с подобным уровнем засекреченности и пренебрежения. У меня даже есть подозрение на серьезное употребление в отношении некоторых пациентов. Я лично знаю двоих, которые перевесили подвальное помещение. Отделение. С тех пор их больше никто не видел. Ай. Дэвид Анапурн. Можно поссать так быстро. Еще. О, ключ! Не лазит. Черт. Еще раз туда же залез. Иди в жопу, иди в жопу, иди в жопу, иди в жопу, иди в жопу. Черт. Иди в жопу. Черт, иди в жопу. Хорош.
Походу просто так придется бежать. Вы помните, куда бежать? Да он ходит кругами. Сейчас отсюда выйдет и в сторону меня пойдет опять по-любому. Бля, он кругами ходит. Ну и все, опять пройдет. Как опять туда дальше уйдет? Думаешь, бежать надо будет, да? Сейчас. Нет, я забыл уже. Короче, ща. На счет три. Раз, два, три. Куда бежать? Не закройся. Куда, куда? Пойдите сюда, брат. Нет, я помню это место. Да, вообще налево. Вот здесь место. Где? Еще! Где лифт? Здесь нету тоже. И как я должен найти этот грёбный? Где? Черт, это тоже не то. Блять, здесь очень бедно. Это опять то место, бля, я уже кругами хожу. Это то место, где я отбежался. Бля. Да беги ты, блядь, что ли ты? Куда бежать-то? Ну, чё? Короче, сейчас сперва надо Может, там. Смотри.
Туда лифт, думаешь, есть там? Да, ты же сюда же. Сейчас валим. Там ключи взял. А вот где лифт? Справа. Да, справа. Может через лифт? Кровать вот пролезть. Кровати сверху нету. Ну, здесь взял ключ. Сейчас надо. Здесь я проходил. Сейчас направо. Кстати, того баклажанчиком. Не слышать его баклажанчика. Я его вижу. Не так. Черт, я баклажан. Я случайно. Зачем побежал? Я должен туда запрыгнуть, а не достать. Но меня там не достанет. Так, прыгай, прыгай. Молодец. Его даже нет. Может быть, я кончил, что поставил. Ладно, обратно. Ну, бля, где этот долбанный лифт? Иди вообще направо, я думаю, что это сделал. Здесь я вообще не знаю. Я даже не встанил. Этот босс собрал. Нет, там дальше. Видишь, там. Здесь ключи взял. Ну, попробуй там попить. А у меня лайн будет сесть. Помнишь, я же говорю? Может, там я... Вот да. Хорош? Так, ты не видно. Закрой здесь себе. Вот. О. Лучшему. Там. Чёрт! Вот читак, смотри, читак. О! Блин, читак. О! Его лифтом прищемило. Прикольно. Крутяк, да? Вообще. Ряд нет? Вот читак. И чё дальше, эй, пацан? Все, ты застрял. Не-не. Так все сначала. По истории тогда. Ты это видишь? Вот выход, выход. Туда побежишь и. Сейчас.
все. Давай, ну что? Че а, делать? Ничего возьмем. Ага, лопал и пропал. Не, значит не все заново. Ага. Чекпоинт, куда уже было сохранение? Смотри, смотри. А вон! Видишь, я это знал. А еще иди. Что? Ну ладно, да, один придурок и меньше. Найди лестницу. На этот. Ты осмотри сперва. Вот. Можешь идти. А? Ой. Вот единственный вход. О, вот сюда нет выхода. Да? Что там выход? И ты не лезет дверь. Ну туда телевизор какой. Видите? Я туда иду. Ну блин, я так и думал, что здесь. Я. Если там никого нет. Две рейды тебя че? Да. 14. Три. С компом ничего делать нельзя. Да? Че такая? Патрик Петруня. Петруня. Петруна. Черт. Ну справа дверь. Открой ее. Видал, да, какая супер заставка? Заставка. Йоу. Залипательно, да? Да, я могу смотреть на это ногой. Две сторона. Две сохранения. Значит, сейчас начнется пиздец. Бог, сейчас начнется. Смотри, зря такой большой коридор. Смотри, сейчас кого бы нашла. Ну, это тот пацан. Встретимся на закрутке. Это Марсик. Где нам ехать был, значок? Сюда идти. Да, здесь закрыт. Значит, один выход вот сюда идти. Видишь, как тебя. Нихуя себе. Ты это видишь? Что говорит? Ты это видишь, Гош? Направо. И рука еще. Цель, да? Цель. О, фотоаппарат! Эй, я хочу его забрать. Мирон какой-то, прикол. Супер шот. Супер шот, да. 120. Так, да, короче. Да, пооткроем все тоже. Блин, видишь, какие? Видели фей с топором? Нет, я отсюда пришел, потому что тут. Вот эта дверь по-любому. Сейчас там будет пиздец. Это будет пиздец. Скажи, что пиздец. О, это плохо. Так скажи, пиздец. Пиздец. Бля. Ну без головы, а нет, голова есть, но под телом. О, можно спрятаться. О, папка с документами. Мистер Волш, будьте добры немедленно освободить от должности санитара Дэвида Анапурну и приступить к его лечению в качестве пациента Маунт Месси в цели избавления от пенитентной преданности. Терапию следует продолжать до момента его серии смерти. Не легче просто убить. Нет. Почему? Я знаю. Фак ю бяч. Ну чё за бля? Это чем-то мне напоминает. Начало? Это ж твою. Ух, ебать. Такое. Видишь, как светло.
Ну что мне делать, типа обратно убегать? Нет, обратно смогу? Нет. Бля, надо теперь закончить, значит. Чё на руки свои показывают? I had to burn it. All of it. Murkoff took so much from us. Used us. Turned us into these things. Because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get out. If you want to live, you can get out to the kitchen. Откуда я пришел? О, видал, да, чуваков с шок всех. Боже, смотри, что чуваков стоит шок. Бля, куда идти? Бля, куда я горю? Чё? Налево, назад. Погоди ты. Не хватало от огня умереть. Куда идти? Назад? Да ползи. Зачем назад? Как я тебе ползти? Вот так что ли? Нет. Ну да. Да вот, вот это место я знаю, что пройти можно, а вот дальше куда? Здесь что-то есть. Здесь видишь открытое место. И все, больше нигде. Со всех сторон. Куда я тебе ползти буду? Туда. А, ну да. Мало вообще тем более. Что делать сейчас? Да больше этой кухни? Что-то увидел, не молчи, нет ничего постыдного, характер расстройства, вызванных стрессом от соседства с душевно больными. Обратитесь к самому собственному. По карьере копаются и мне кровь. Ай. Это... Бля, ну что, серьезно хотите, чтобы я туда пошел? Так, я оттуда и пришел, в принципе. Должен пойти куда? Куда я должен пойти? Еще. Куда я должен пойти? Это тупик. Нет. Да. По-моему, я должен пойти потом направо. Вот туда пойти нужно. А тут тоже тупик. И что за хуйня? Вот здесь что-то есть. Просто туда зашел. Да там рели тупик, что мне делать сейчас? А если надо быстро? А вот же, вот здесь можно проползти. Нет. Для этого не значит сохранение. Это значит что? Это значит... О, что за хуйня? Откройте две заслонки, но я... А зачем? Вода в системе отсутствует. Надо, чтобы потушить, что вода. Надо воды. А, черт, там кто-то идет. Черт. Богдан? Ну, может, ты на кнопку нажимал, а? Тихо-тихо.
сумку, а не лекарство вылечить. Я всех заразил. Америкчан. Где он? Зай. Ладно, короче, молодец. Пошел он к черту. И осторожно. Ты это видишь, да? Нет. Черт. Я уж готов был убежать. Да, ладно. Черт! Давно. Иди ты в жопу, я не знаю. Куда, куда? Сломал. Короче, что, вылазим, нет? Где? А? Успел убежать. Сосай. 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 Я ушел. Ух, черт, ты это видишь? Это кто? Хотя. Это кто? Хотя, Гоша. С одной стороны, вот этот баклажан, другой этот. А? Я от того убежал, пойду к этому, короче. Спрятался типа за дверью, такой, сейчас я эпично появлюсь. Чё думаешь, шеф? Ты чё, Нига? Нига? Я уму. Чё думаешь, самый крутой, да? Хорошо. You have your turn. Окей, братиш. Так, моем животик. Сердечный, конечно. Карточку. Знаете, это из-за смены. Так, тише, тише. Чё, ты распотрошить будешь, что ли? Животик, блядь, эту карточку. Ты это видишь, да? Чё такое? Спринкл свой в каша. Спринклер, вау.
Что-то кран нарисован, значит здесь воду можно пустить. Да. Это только одна заслонка, блядь. Это только одна. Надо еще вторую найти. Чего она меня набросит? We have to wash every little part. Нету там нигера. Надеюсь, и не будет. Так, подожди. Черт, смотрите, хотите все слышать? Черт! Вот и покажем. Черт! Уф, еле как убежал, пиздец. Ай. Бля, у меня там что-то зарядка, конечно, скончается. Уже 12%. Короче, доиграем быстренько. Идем в раш, как говорится, в моем бланке. А где доепеда? Так, отсюда я и пришел, или нет? Что думаешь, самый крутой, да? Я тебе баклажан в рот засуну. Я здесь был? Я здесь был. О, вот здесь где-то была пожарная система, да? Может, сейчас работает? Или нет? Нет, там только... Там только тот придурок, да, сидит? Вон. Тебе надо рычаг активировать. Я активировал один, а где второй, я не знаю. И где вообще этот? Второй. Ну попробуй туда. А где этот? Помните, второй был же? Что-то там пожарная хрень. Ну, чтобы ее активировать, надо было заслонку открыть. Ну вот что я сейчас открыл заслонку, сейчас надо найти вот эту хрень сам. Налево. Прямо к Богдану в руки, да? Там, там Богдан? Да, я же сейчас на него нажал. Так, короче. Да. Так, это заряд. Так, короче, сюда никак не зайти, туда никак не пойти. Никак не перепрыгнуть. Зайдем? Вот, вот это хуйня, да? Откройте две заслонки, я одну только открыл. В общем, покажем. Ну и где это вторая заслона сейчас? Одна была там, да? Значит, вторая где-то там. Да! Черт! Черт! Хватит ничего, да? Короче. Огур! Цены там все не знаю! Мам, ты и пауэр!
Где этот Петр? Я ему глаз порву, посмотри. Я ему должен подожжать глаз засунуть. Может, заодно найдем лучше. Ну, вот здесь не будет. Нет. Можно вот так быстренько выйти, да? Включить фонарик, убежать от него. Ну чё, убежать от него, бежишь, так, бежишь. Смотри, у меня глотку вырвет. Точнее, видал так? Он моё тело оторвало, башку себе в руке держал. Хватит сильно. Ладно, короче, всем пока, скоро будет четвертая часть. Да. Куда там нажимать? F9. Бля, где девятый? Ладно, все, всем пока. Пока.